Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В прежних видео мы уже упоминали, что биткоин хоть и первая, но далеко не единственная криптовалюта. Существует множество аналогичных инструментов, которые чаще всего гораздо более доступны по цене и в то же время имеют неплохой потенциал для роста. К тому же торговать ими в данный момент можно не только на специальных биржах криптовалют, но и через брокерские компании. Отметим, что биржи криптовалют пока еще не являются надежными элементами данной системы. И не так давно наблюдалось несколько опасных прецедентов по закрытию бирж криптовалют. Если же вы работаете с брокером, то ситуация кардинально отличается. Например, в компании Amarkets доступна для торговли 8 криптовалют, торгуемых в долларах. В этом еще одно преимущество работы через брокера, а не биржу криптовалют. Работая с брокером, вы имеете счет в долларах. То есть все инструменты также котируются в этой валюте. А на онлайн-площадке по торговле криптовалютами цена будет выражена чаще всего именно в биткоинах, что не очень удобно в следующей ситуации. Например, при одновременном росте и биткоина, и других криптовалют у брокера вы заработаете на всех сделках, так как увеличилась цена именно в долларах, например, со 100 до 200. Но по отношению к биткоину другая криптовалюта, например, эфир, может не измениться при этом, так как обе они росли. То есть прибыли от самой сделки мы не получим, если другая криптовалюта выражена именно в биткоинах. Получить прибыль в таком случае мы можем только при обратной конвертации в доллары. Теперь более детально рассмотрим, чем же можно торговать, кроме биткоина. Для начала отметим, что все торговые условия можно посмотреть на сайте компании Amarkets в разделе «Трейдинг. Условия торговли». И далее, выбрав вкладку «Спецификации инструментов», где в разделе, посвященном криптовалютам, вы найдете всю информацию по торговым условиям работы с данными активами. Теперь перейдем в торговую платформу MetaTrader 4 и посмотрим, как же можно торговать прочими криптовалютами. В данный момент большую популярность набирает эфир, который отвоевал серьезную долю рынка и значительно добавил капитализации в последние месяцы. Именно его график сейчас представлен на экране. Главное преимущество эфира – это скорость подтверждения расчетов и большое удобство при бизнес-процессах. Поэтому многие эксперты отмечают, что эфир может обогнать биткоин в ближайшее время, если он не станет более удобным для пользователей. На графике эфира мы видим, что тенденции во многом похожи на биткоин, но есть отличие в том, что коррекции по нему не настолько глубокие. Сейчас он стоит более 300 долларов, а в начале года находился на отметке в 8 долларов, что означает стремительный рост данного инструмента. Также на графике мы видим продолжительный восходящий тренд. Однако не так давно состоялась коррекция по данному инструменту. При этом сейчас наблюдаются признаки возобновления трендового движения, так как нисходящая линия сопротивления уже оказалась пробита. Также отметим, что о продажах эфира можно будет говорить только после того, как инструмент закрепится ниже важного уровня в 325 долларов. Именно после пробоя данной отметки состоится разворот тренда, и можно будет участвовать в снижении этой криптовалюты. Пока же говорить об этом не приходится. Следующая криптовалюта, о которой мы хотели бы вам рассказать, называется Litecoin. Это также относительно недорогая криптовалюта, которая сейчас котируется на отметке в 44 доллара за один контракт. Но при этом является очень популярной, так как во многом технологически похожа на биткоин и основана на его цифровом коде, поэтому находится в большой корреляции с ним. И в то же время имеет весьма существенный потенциал для роста. Итак, мы видим, что довольно долгое время Litecoin котировался в условиях боковой консолидации между отметками в 21 и 34 доллара. Однако всего несколько дней назад состоялся пробой верхней границы данного канала, и мы увидели существенный рост. Цена выросла почти в два раза, и при этом есть потенциал для дальнейшего роста. В ближайшее время котировки Litecoin могут достигнуть отметки в 60 и даже 70 долларов за единицу криптовалюты. Самая дешевая криптовалюта из представленных в компании Amarkets называется Ripple, и в данный момент стоит порядка 25 центов. Однако про нее также довольно много известно, и она пользуется широкой популярностью у инвесторов. Примерно с начала июня мы наблюдаем скорее нисходящий тренд по данной криптовалюте. Но учитывая широкий интерес к этому рынку со стороны многих инвесторов, за криптовалютой Ripple стоит также очень внимательно наблюдать, потому что после закрепления выше отметки в 28 центов, которую мы сейчас обозначим на графике, нужно будет начинать покупки. И мы вполне можем увидеть ситуацию, аналогичную графику Litecoin, когда в течение буквально двух дней мы видим двукратный рост цены.
Поэтому также призываем обращать внимание на данный инструмент. Итак, в этом видео мы рассмотрели еще несколько интересных криптовалют, которыми вы также можете торговать в любое время. И которые хоть и похожи своими тенденциями на биткоин, но при этом имеют свою собственную историю движения цены. Поэтому на основе технического анализа можно вполне открывать сделки и зарабатывать на изменении курса криптовалют. Особо хотелось бы отметить элемент диверсификации. Так как если вы планируете работать с криптовалютами довольно долго, то необходимо включить в свой инвестиционный портфель сразу несколько криптовалют, чтобы снижение по одной из них, если таковое вдруг появится, было компенсировано со стороны роста по другим криптовалютам. В данный момент мы советовали бы вам включить в ваш инвестиционный портфель как биткоин, так и криптовалюты эфир, лайткоин и Ripple. Именно поэтому сегодня мы говорили о них более подробно. Для того, чтобы получить более подробные консультации, а также рекомендации по криптовалютам, вы можете обращаться в компанию A-Markets к вашему финансовому консультанту. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!